Друзья, всем привет! Приветствую тех, кто следит за процессом строительства землянки. Я очень рад, что вы со мной. А для тех, кто пропустил первые два выпуска, немного расскажу. Здесь я строю землянку, строю ее один и без навыков, но с огромным желанием сделать все хорошо и качественно. Что я успел сделать за эти дни? Я все еще продолжаю земляные работы, но, если честно сказать, жду с нетерпением, когда закончу коп. Уже надоело махать лопатой. Также я укрепляю стены и наконец-таки достроил каркас. И определил, где и как будет располагаться дверной проем. Но с дверью еще пока ничего не придумал. Скорее всего, я ее буду сколачивать из мелких бревен. Но там, в общем, посмотрим. В целом, объемом работы я доволен. Итак, давайте смотреть, что же в итоге получилось.